рядом стена идет. Очень интересно. Саксаманя вчерашний. А вон саксаман. Вон он. Отсюда он хорошо виден. Все не просто так, видимо, взаимосвязано. Я так понимаю, что есть какой-то туннель, соединяющий саксамана с этим местом. Они все должны быть соединены между собой. Если посмотреть на кладку, она точно такая же, только меньше размером чуть-чуть. Камушки помельче. Но крупные. А вот сейчас мы пойдем в самое интересное место. Поднимаемся на холм. В холм идем потом. О. Вот он, да, начинается. Я нашел одну дырку наверху и притащил однажды веревку с дубинкой. Дубинка перекрыла, чтобы удержать веревку. Поперек камней легло. Ага. И спустился вниз достаточно глубоко. Метров 7, наверное. И чтобы обратно не выбираться, стал искать выход. И я его нашел. Вылез из другой дыры, только в другом месте. Вы смотрите. Смотри сюда. Такой вырез. Что это? А это вот это. Вот тут сейчас будут повсюду вот эти вот входы, сейчас выходы и так далее. Да, холм, помните, да, он обнесен весь полигонал. То есть внутри него что-то спрятано. Вот. Поискать, что спрятано, конечно, можно. Надо взять во все щели, наверное. Молодец. Сначала пройдем до точки. Ага, пойдем. Потом уже можете положить вместе. Чтобы не потеряться, чтобы не все вместе. Пока не лезьте никуда. Да, сейчас мы. Это крапива? Это все вход, да? Смотри, вот еще вход. Что за вход? Со, вот со ступеньками там. Вот куда? Вот куда? А вот куда? Вот в гору. В холм, внутрь. Не подскользнуться здесь, пожалуйста. Да, держись. Угу. Там глубоко. Я вижу. Вот еще один. Тебе помочь? Ну давай. Молодец. А-а-а. Нет, гора внутри, холм, а внутри все испещрено ходами. Ну много, да. Он не выглядит нормально. В расщелину. Зачем? Обследовать? Зачем? Как? Ой. Как Индиана Джонс обследовал. Давай. Подожди, там есть. Здесь нормально. Нет, здесь хорошо, здесь спокойно. А у меня есть голова. О. Идем дорогой трудной, но город и дорога. Дорога непростой. Дорога непростой, да. Вот еще один вход. Да. Мы здесь, иди вперед. Это я здесь выпас. Ага. Да. Вот сюда, вот он еще один вход. Вот сюда сейчас мы подойдем. Смотри, вот еще один выход. А вот сейчас когда мы пойдем. А сейчас будет еще интереснее, пошли. Я не убегаю, мы вас ждем. А нет. Очень осторожно. Мы будем очень медленно. Маленький, как для маленькой ноги. Ага. Вот. Подсвечивайте. Я покажу дорогу. Да. Смотрите. Здесь очень аккуратненько. Да, очень осторожно, пожалуйста. Мы идем очень-очень медленно. Развернуть кепку в другую сторону, чтобы... Да, чтобы не зацепиться. Мы выйдем оттуда? Конечно. Мы оттуда в другую сторону не выйдем. Придется обратно подниматься. Потому что там сейчас мокро и грязно. На четвереньках ползать, конечно, не станем. Но я покажу, как это выглядело все. Кто-то делал на ступени здесь. Такие. Здесь много таких мест, на самом деле. Не страшно, пошли. Это... Здесь ступеньки. Места для серенькие.
Даже масти не страшно. Вы помните, я вам еще собирался серого показать? Ага. Вот. Ну, хотим посмотреть серого. Увидите. Вон там наверху есть. Давай, держись. Бочком, бочком. Вот здесь ступеньки. Да, придерживаясь руками. Смотри, вот здесь такие вон ступеньки маленькие. Вот здесь ступени все замыло грязью, потому что шел сезон дождей. Ага. Из-за чего стали ограничивать сюда, потому что обвалы были. Понятно. Вот. Здесь люди далеко лазят на самом деле, в разных местах. Но это с веревками, с подстраховкой, с касками, со всеми делами. Я, конечно, не решился на такой подвиг один в одиночку. Лучше держаться. Коллаптизация идет. На ощупь буквально. Смотри внимательно. Да. Лишь мокрый. Блин, конечно, я тоже дальше. Нормально идем. Дальше мокро, я говорю. Лучше не лезть, но вот так, чтобы было понятно. Сейчас. Буду уходящие вот так вот. Ну, может, светить туда. Наверное. Есть еще люди медитации проводят с кактусами. Это вообще, говорят, видят очень сильные эффекты. Может, я немножко пройдем? Мы сейчас все вымываемся. Хочешь попробуй? Просто промокнем. Ладно. Немножко. Не двигаю. Может быть, это засыпало, потому что все очень сильно обдувало. Вот. Надо другую дырку искать. Когда я лазил, он уходит дальше направо. Там должен. Сейчас. Вот. Немножко мы пролезем. Ой. Я узлом пролезаю. Сейчас только капельку. Я прошел. Дальше. Сейчас посмотрю, я только дойду вот до этого. Остальные это самое обычное или у тебя это? Не, нормальное. Непромокаемое. Непромокаемое. Да? Там вот вниз ход. Ага. Не очень глубокий. Потом подъем, и он идет дальше. Да. Так и есть. Если мы были бы очень подготовлены, можно было лезть. Нужны каски, веревки. Каски, веревка, ага. Но это нормальная пещера. Там есть дальше глубже ходы, только они это спуск у них именно по веревкам. Ага. Вот, там, где я использовал, там, в принципе, можно было. Ну и здесь можно. Я залезал, да я ободрался, конечно, весь это. Но там дальше расширение было, на самом деле. Далеко туда. Ну, стены сталактитные, оплавленные, он узкий проход, узкая щель. Ну, видишь, даже здесь камень вот свалился, а куда он взялся? А сейчас посмотрим, где он там, откуда может свалиться? Там вообще-то негде свалиться камню. Ну, вот его тут не было. Не притащил же его тут сюда. Он там наверху прямо, что-то белое, он там наверху камень. Где-то кристалл я еще вот тут увидел, прямо рядом с тобой, блестел кристалл большой. Небольшой, но такой с полпальца. Ну, что ты его откололи, что ли? Кто-то завязал, наверное. Вот здесь даже. Подписи даже. Люди пишут, ну, лишь бы портить, лишь бы портить, а? Такие люди. Лава то у нас выразно, а все это самое. Поджигается. Он по пещерам надо тоже. О, тут здесь. Классно это. Кто-то перо сюда затащил от птицы. Сейчас еще одно интересное могу сделать. О. Ладно, будем вылазить. Вылезаем. Классно. Ну что ж. До свидания, пещера. А ты хорошая. Я камень был вырвался. Вот она, дырка. Ты пещера классная. Пещера, да. Мы еще не прощаемся. Мы сейчас дальше еще полетим. Да. Ну, этот кусок мы прощаемся. Спасибо, пещера. Было здорово. Да. Спасибо Абу, духом гор. Спасибо духом гор. Все, мы вылезаем.
выходим из пещеры. Я думаю, тут еще трасса будет, но не уверен, что он закрыт нельзя. А можно плечами держаться. Сейчас. Он уходит налево там, по-моему. Ну, здесь ободраться, конечно. Он налево туда уходит. Должен уходить, если там засыпано. Там засыпано. Дальше-то. А там что? Это кто там черный? Это птица или что это? Вот это вот. Не пахнет вроде. Или что это? Или что-то горело? Горело. Это уголь. Уголь сбросили туда. Не сбросили. Здесь факел. Когда церемония Сан-Педро, нужно костер разводить. Вот этот костер. Почему? Классно. Теперь по этим ступенькам маленьким мы выбираемся. Вот крестьяне, они не удивляются. Они прекрасные человеки. И все общаются с домом идет. Да. На них эти пещеры, это объективные. Там есть горные духи, точно. Что, тебя цапнул? Нет. Мне было классно. Ты что? Ты да. Пусть сами выбираются. Як. О. Это вот нависшие камни, их еще называют замковый камень. Как будто нарочно их кто-то выставлял. Ну потому что. Чего замыкает дорогу. Ну да, в принципе, упасть неоткуда. Только сверху. Если потрясет, ну, тряханет здесь, то может и продвинуться вперед. Он висит на соплях, собственно говоря. Немножко можно вперед? Да. Хорошо. А мы сейчас с другой стороны посмотрим. А, ну он мог сверху свалиться. Но он подвис хорошо. Ну да, он сверху мог оторваться. Во время землетрясения мог оторваться сверху. Там еще такие камни, которые висячие. Их сегодня называют замковыми камнями. На самом деле он мог и действительно случайно. Ну он случайно, скорее всего случайно, потому что... Но это он... Упал очень-очень давно. Давай немного зайдем. Ну там есть свежие места, видно, здесь падало еще. Вот эти свежие. Главное, чтобы сейчас не тряхануло. Ну, будем надеяться. Ну, тряханет их, что теперь? Ну, да. Как должно быть, так и будет. О, грязный папок. Вау. О, а там это самое, свет. А, да, там уже выход, там свет. Дырки. Ага. Просвечивается. И вся эта конструкция идет все вниз туда. Ну ладно, вниз мы уже не будем особенно идти. Ну там так. Пролезть можно. Да можно. Ты просто обдерешься сейчас. Ну да. Ну мы просто посмотрели. Здесь надо готовить, да, вот если одежду взять как следует. Здесь нужно ручки, каски. На коленники, каски. На да. коленники, на локотники. Вот. Все. Ну, запестники. Ну, перчатки обязательно, конечно. Обязательно. Да, ободраться да. сильно. Я тот раз на веревку, когда спустился, я просто это рискнул. Я не знал, чем это все закончится. Но нашел выход. Здесь никто не измерял. Длину этих пещер? Нет, насколько я знаю, может кто-то был, но какой-то человек неизвестен, да. Скорее всего, то, что мне рассказывала охрана здесь и местные жители, говорят, что здесь люди терялись. То есть лабиринт уходит глубоко. Если найти эти отверстия, уходящие туда, разветвленная сеть. И мне говорили, что они связаны с аксиоманом. То есть там далеко. В принципе, здесь надо брать людей и идти. Общем, я, наверное, да. спелеологом. Это спелеологом. Забначали. Вот одно из мест, которое я хотел показать той группе, которая просили 7 пещер. Ну, да. Ну что, можно его это самое? Можно организовать? Вау, здесь двойной вход. Ага. Ну-ка, мать, я подсвечу. Самое главное то, что ход это был очень защищен стеной по всему ну, периметру. Да. Вот тут вот. Вот что интересно. Ну да.
А, так она не пробьет, он слабенький фонарик. Нет, фонарь слабый, надо... Да, сюда, чтобы это надо... Светил. Оба фонаря слабые. Да, это надо, надо мой фонарь. Здесь можно, конечно, но это самое. Может, не надо, а? Не волнуйся. Вот, вот, вот грязный. Я все равно грязный. Я понимаю, что это не повод. Я недалеко. Я не знаю, а, что ты такой же болтый, как будешь. Да ужас просто. Ну, я люблю повод. Я люблю повод. На верхний уровень надо идти. Да, там обвалы, там грязь и там камни. Значит, все завалило уже. Да, значит, попробуем. А туда собака забегала и далеко бегала. Ну да, там для собака может. Ну, я вряд ли. Сейчас, ну. Нет, да, оттуда не залезешь, надо сбоку. Боже, помоги! О, о! Меня сам говорил не спешить. Меня же не посылал в такие места. Ладно, иди. Значит, там обвал, да, внизу? Там внизу, ну, там камни насыпаны, и там эти самые бутылки валяются эти. А там собака далеко бегала. Запускали собаку сюда, ребята. А здесь поверх. О, кстати. Чего? А знаете, что сделана эта гора? Из чего? Это медная гора. Ну, тут вообще гора медная. Это медь. Медь нашел? Вот она, зеленая. Зеленая, да, это медь. Медь. Сейчас станешь Данилой мастером. Смотри, а то на несколько лет там... Да-да-да, будешь каменный цветок это выводить. Будет каменный цветок, Данила мастер. Сейчас посмотрим, а здесь... Тоже в две стороны идет. Ага. Что там? А здесь мало. Там есть проход, это не на нижний, соединение с нижним проходом. Здесь очень узкая. А дорога, в принципе... Проходимая. Проходимая, да. Вот здесь вот. Ну, не, она и должна быть, потому что раньше внизу... Не, проходим. Я не буду лезть. Не лезь, не лезь. Не, не лезу, не лезу я. Там доставать тебя сложно. А, будет. Вот тут. И здесь опять раздваивается. Одна идет вниз. А другая куда? Вот здесь, когда собака залезала, скорее всего, соединяется с нижним ходом. Угу. И одна идет в продолжение вот направо. Направо и вверх. Ладно. Знаешь, тут кто-то пришел. Басурита? Си, там же нужен кеса. А, я. Я кеса, аксидентом, по фавору. Ну. Саби, если с профессионалом. Си? Ну, скорее всего, саяк. Ну, если там с контролем сломать. Все, вылез. Я просто... А? Все равно есть. Грация. Грация. ¿Les gusta la aventura? Ah, sí, por eso. Esa. A la niña. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Hay otros visitantes que tienen miedo a la oscuridad. Ajá. Y tienen miedo al nada, ¿cómo se llama? Los pasajeros. Есть много, кто приходит сюда, но боятся тьмы. Потому что очень узкие проходы есть здесь. А другие более широкие. И там плоскорасовые развиваются. А, у меня нет. У меня no problem. Это у меня точно нет. Ага, си. А на проход. Там просто надо. А, окей. Por aquí ya no vamos a pasar porque está muy angostito. Y por acá vamos a ir, ¿eh? Y está barro, el lodo. Можно пройти. Ну, я полезу. Конечно, полезу. Только не на мне. Мимо. Рядом ступеньки. Там просто. О, вижу. Ну ладно, пошли. Полезли. Не-не-не, да, да, классно. А где?
Дальше. Ага. Не, он нормальный проход. Все. Влезаем. О. Ну, куда попали? Но ступенек тут, конечно, нет. Здесь просто, скорее всего, была здесь крыша. Она, скорее всего, обвалилась. А дальше... А. Дальше нет ничего. А, может, имел в виду вот эти вот? За маленький проход. Ну, возвратимся вот этим узким путем. Пролезем. О. Ладно, вылезаем. Здесь маленький, просто такой гротик заканчивается. Просто камерой маленькой, открытой причем. Но, судя по всему, мой след только здесь один. А это все вода или что-то стекало. Все вырезано искусственно. А я назад. Там нету прохода. Почему мы тебя сейчас здесь слышим? Слышали? Мы тебя здесь слышали. Так я здесь и был, внизу вот только. Есть проход. Нету. Ну а это с Олегом. Парень с карьером Пьера сварился. Ну. Значит, видишь, сезон дожди обвалил. Скорее всего. Не, я все. Я вылазил там все. Я был здесь. Вот, я здесь был. Так я вот здесь вот был. Ну, а здесь дальше нету выхода. Я был здесь вот внизу. Я понимаю, но здесь вы... появился, я еще голос твой там слышал. Да? Мы не каждый день слушали. Отражение. Тамбо-мар. О, где же? О, а вот Амалия. Сфотографирую. Пойдем в следующую пещеру. Ну, мы сначала спускаемся вглубь земли, а потом будем возрождаться. А, вот они ступеньки. Вот они есть, здесь ступеньки. Окей. Окей. Yes. Okay. Okay. Знаешь, сразу. Алло. Вот это да. Вот это прикольно, вот это хорошо. Достаточно на фамилию. Посвети мне немножко тут, чтобы я спустился. Ага. И у меня фонарь там остался. Ага. Здесь легко. Все. Ага, я вижу. Все, да? Я бы медленно буду идти. О, все наверх. Видел.
такой. Ага. Здесь боком. Здесь можно только боком пролезть. Ну, у нас не проблемы. Вот. И попадаем. Сейчас подсветим. Ого. Ниже, ниже надо приспуститься. Вот так. А теперь можно пройти. А, отлично. Окей. Окей. Okay. А, и там мы выйдем. Ага. Окей. Я хочу первым. Кто хочет первым? Ты? Пойдешь первым? Да. Давай, сейчас подержу тебя. Yes. Окей. К свету, к свету. Я уже рождаюсь. Я вижу. Окей. Листа. Все, говорит. Можно идти. Три точки опоры. Ай, надо сумку было забрать. Там есть такой, есть камни, за которые можно уцепиться. Ага. Надо только идти, найти их. Отлично. Я уже могу, могу сумку взять. В порядке? В порядке? Ага. Вот так мы вылезли. Нет, это не та дырка была. Не та? Да. Но это тоже хорошая дырка. Потому что там у меня веревка вертикально летела. А здесь руки высунуть? А здесь нет. Не, а сейчас с сумкой мешаться будет? Нет, нет. О. Куда я денусь? Отлично. Он, конечно, мастер. О. Окей. Грация. Надо заплатить ему. Абьё отро уэко. Donde yo bajaba cuerda por allá. No recuerdo dónde. Yeah. Había una zona de allá. No. Acá no hay eso con bajar con suave. No. Eso es en allá, al otro lado. Y no recuerdo. Sí, no sé. No. Esto representa lo que dije. ¿Y потом рождаешься? Ну да. Ага. То есть это те же самые родовые пути. Родовые пути, да. Vamos a pasar un pasadizo casi de 60 metros. Ага. Por un túnel. Сейчас мы... Donde están los dos altares que le dije. Es grota, grieta. Un pasadizo. A eso sí conocemos. Sí, unas dos ventanas pequeñitas y una ventana realmente alargada en representación del altar que le dije, el de abajo, en reducido, pequeño nomás. Yeah. El de abajo es grande, nunca es pequeño nomás, chiquito nomás. Yeah. Vamos a ir. Pasadizo grota. Зеленый, да, вот этот видно изумрудный. Давай, чтобы не мешать, то есть ёбка. Да. Амалия. Заходи, будет красиво. Это грот. Это уже не пещера, а просто грот. Пойдем, Машкин. О, смотри, сколько это. Там на видели целые склады. Значит, что когда этой горы нет, где-то всё реально, наверное. Ну да. Они явно медные. Я видел скол, и там как раз зеленая медь. Это самое, купорос, медный купорос. Ну да, да. Но это медь. Как раз медь. Ай, классно. Здесь, а вон туда, куда вниз, что вниз идет. Есть там проход, он очень узкий, но один. Ладно. Не все я перепробовал, честно скажу. Я знаю много, но в одиночку, когда ходишь, опасно. Ну да, здесь надо группу идти, хотя бы 2-3 человека минимум. Причем один должен оставаться снаружи. Конечно. Вот, смотри, там внизу есть. Ну вот они пойдем дальше, да? Вот один из тех трех, который кукурузу нашел, он тоже остался один наверху. Он на полностью позвал, если не нашли. А через неделю тот вышел сам. А вот здесь вот
еще, о, там проход, там свет тоже. Ну, здесь, да, дырки построены. Нет, а там... А вот отсюда видно, и туда выходит уже. А, ну здесь грот большой, ой. О! Это же не пещера? Это? Да. Пещера. Значит, нельзя кричать, все. Иначе рухнет на нас все. Камни падают, вот и не валяются. Ну да. Ну, бумажка. Зеленый, вот мох, это здорово подсвечивает. Ага. Вот они, смотрите, видели, да? Зеленый. Вот, кто это оставил? Это местные жители оставляют. Ну да. Приношение. Здесь свечка горела. Духа. Здесь хорошо церемонию будет провести потом. Да, еще такое ровно подать. Вот. А тут вот а вот здесь тоже вылез. Это обязательно, трогать нельзя, это с духом посвящается. А вот. Да, мы вытащили, вытащили. Вот этот тоже откапывает. Вырез. Да. Остатки выреза, да. Что-то здесь не доделано или как-то хотели, но передумали. Возможно. А может обвалилось? Может. А это что, блестит? Кристалл, что ли? О, смотри. Во, смотри, маска. Это вода. Вода. Я думал, кристалл. Это вода. Я упал. Ничего страшного. Бывает. Вот смотри еще сюда. А, вот смотри. А там нас духинка. Да, подношение. Угу. А там что? Давай сделаем тоже подношение. Мы тоже. А в следующий раз сколько будем брать? В следующий раз, да, в машине у меня сколько и многие. Я же, да. Все, идем подношение делаем. Не подумай, не зашло заранее. А, здесь тоже монетки есть, то есть не мы одни, я тоже монетки. Ага. Все. Дух горы. Апу. Спасибо, Апу, спасибо. Апу? Апу. Апу, спасибо, что нас принял. Да, спасибо, что ты был добр к нам. Я тебя жду, Мася. Мы тут-то идем. Говорю, что? Выгибаемся. Кстати, хорошо видно, что это обломок чего-то. Мы не видим цельной конструкции, потому что эта скала, возможно, обрушилась. А здесь что-то было, по сути, по обломку здесь. Там уже угол такой срезанный, как будто дверь. Выточная скала. Да. Ага, вот здесь. Там вот срез. Был угол и есть. Да, здесь вот срез. Вот срез какой снуку. Такой же вот. А вот сюда и ступеньки. И ступеньки наверх. Че я подаю сегодня? Смотри, Маська, видишь ступеньки наверх. Вот, смотри. Все наверх. Ага. А и вот здесь на какой вырез классный. Молодец, пошли дальше. Туда нельзя. Ага, вот здесь вот. Или естественное? Да нет, похоже вырез. Какой треугольный. Вот здесь вот вырезы, вон, видны все. А смотри, здесь какой. О. Здесь вообще сложно. Просто делать было нечего людям. Да. Аля, у них было слишком много свободного времени. Еды много. Что еще делать? Только... Да, только как... Пили горы, и счастье. Ну вот и все. Собственно говоря. Ага, вот. Это тупик, обвал. Вот это обвал. Конкретный причем. Ага. Завалено все каменно. Здесь, вероятно, был когда-то вход. Но его я никогда не видел, он всегда был такой заваленный. Там дырка есть. Но туда нельзя лезть.
А он еще нет, там нету дырки. А вот здесь то, это тоже вырез. Был вырез. Но там уже нету дырки. Там наверху только есть что-то. Вот это тоже он со срезом. Здесь он тоже. Вот здесь тоже был срез. А, кстати, да. Вот слишком ровно, так хорошо. Вот, так, вот так, даже линия есть. И линия есть, смотри. Ага. Она, возможно, вот даже, вот она, ага, вот эта вот линия еще разделяет пополам. Да. Может, это на брус называется? Вот отсюда его отпили, может быть. И бросили? И бросили, да. А вот если мы видим, откуда вот пилили, вот вопрос. Как? 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 Точно отсюда, да? Похоже. Если есть там... немножко. Не, ну, может быть, нет. Нет, там сзади вот это. Они, может быть, выпили. Выпилили кусок. Еще собирались пилить. Собирались, да. Или это вообще не они. Или вообще не они. Нет, ну кто-то они. Кто-то они. Мы же не говорим, кто конкретно, мы говорим они. А кто? Это цветок. А, красиво. Это как раз настоящее ее название, не поверите. Называется на кечуа она Лан-Ла-Куйок. И что в переводе, добукленный перевод, ага. Злой дух. Ага. А в европейской интерпретации можно назвать полтергейст. В общем, пещера полтергейста. Вот мы посетили пещеру полтергейста. Это играющий дух. Играющий дух. Из Гарри Поттера. Да. Так вот он здесь. Вот он здесь играл, и вот камни выпиливал. Доигрался. Из Гарри Поттера его называли Пивз. Ага. Пивз. Это по Гарри Поттеру. Ну, так вторая явно, она упавшая, но она не на своем месте. Так может, вот здесь отпилили, и она вот упала? Наверное. Ну, эта штука, может быть, свалила. Значит, перекрывали зачем-то проходы куда-то, скорее всего. Может быть, под ней проход. А может, под ней есть вход, да. Смотри, как точно ее отпилили. Это ее. Ну да, вот она. Она как раз сверху отпилила. Кусочек входит вот сюда. Да. Нет, вот эта штука сплошного. И вот она была вот здесь точно. Да. И она упала и туда скатилась. А можно посмотреть этот край, смотри. А вот смотрите, где эта рамка. Видите, вот она? Вот, это она. Наверное, да? Хорошо, да, потом. Это камень. Сейчас. Вот этот вот, и вот этот вот край. Да, это она. Она свалившаяся. Да. Это она. Ну, вполне она проходит потом. Может, ее обладывали. И вот как раз... И вот я отпил наверху, и вот здесь пил, и эта штука свалилась. Вон она как раз оттуда сюда упала. Ага. Вот там, смотрите, спил. Где? Вот, да, да, ага. Да, да. Вот это его спил. Пилили. Так вот это она бухнулась. А что она там бухнулась? Для чего она бухнулась? Она могла бухнуться и после. А вот это вот, это тоже кусок, это ее кусок. Ну да. От отколовшейся от нее. Такой. Да, от нее кусок откололся. Да, она бухнула. А вот интересно, куда она бухнула? Вот здесь что-то. Надеюсь, не на вот человека. Прям точно это самое. И она под ней что-то бухнула. Вот что-то она забила под ней. Может быть. Пилить, чтобы упало. Забавно. Значит, был проход. Не просто так ее отпилили. Ну и сейчас мы тело берем, чтобы оно было видно. Не поднимешь. Угу. Дальше не пролезает. Не урони это. Серенькие будут довольны. Я похоже, что не случайно не врезали. Потому что, наверное, есть чувство. Нашли новый проход. Пойдем по нему. А, нет, тот, он маленький, там надо, это снизу можно пройти, там вниз спускается и выходит на нижний уровень.
Ну, здесь надо... Можно, конечно, на попе съехать, но ладно. Ну, не нужно. Ну, не нужен, да. Но там что-то интересное тоже есть. Здесь люди ходили, подписи есть. Понятно. Вот какие... Какие наросты горные от воды, бактерии, плесень, бактерии, вот они все здесь. Ага. Растут зеленые. Видимо, красиво, изумрудное, кажется, издалека. Да, ну ладно. А я смог подняться снизу, оттуда, по скале наверх. А теперь обойду эту скалу по кругу и их найду. А вот такой открывается шикарный вид на Куско. Вау! Вот это красота! Сейчас немножко выше даже заберемся. Вот. И долина. О, а вот это вот ястреб летает. Вот он, сокол. Вот он, сокол. Классно. Сейчас спустился на холм, проходится. Ну, чтобы было опасно, чтобы не оступиться и вот туда не провалиться. Ну, теперь... Я могу дойти спокойно. Вот здесь вот можно путешествовать классно. Вот это вот холм, в котором мы ходили. Маленький холмик. А столько внутри всего. И внутри еще много-много-много загадок. Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!